Здравствуйте, мои хорошие, тере-тере, мои любимые, солнышки мои, друзья мои по ту сторону экрана. Я приветствую вас из Эстонии, меня зовут Яна. Это я для тех, кто только подписался. В последнее время довольно много новых подписчиков. Всем вам здрасте. Здрасте, тере. И стареньким тоже здрасте, здрасте. Так, так расступлялась, что забыла, что хотела сказать. А у меня от корюшки какая-то аллергия пошла. Ну, по лицу какие-то штуки. Наелась я, в общем, чего-то. Так, мы сегодня с вами едем. Господи, забыла. А уже оделись. Кофе попили, уже оделись, а забыла куда. Мы едем сегодня с вами в питомник. Я когда мужу сказала, что в питомник, он такой: о, в собачий или кошачий? Я говорю: ну, здрасте. Мы собираемся на дачу и едем в питомник растений, чтобы купить с собой ампельные цветы. Цветочки на крюк повесить на даче. И все. Кристина тоже такая: ура, питомник! Я говорю: вы меня не так поняли. В смысле, вот за городом это цветоводство, садоводство, или как это называется? Питомник я его называю. Вот. Растений. Так что мы сейчас с вами за город быстренько съездим и купим, посмотрим сколько. У нас там вроде 4 крюка, на что повесить. И начинаем собираться на дачу. И уедем мы с вами на дачу. Я сразу заранее скажу здесь и в других роликах, потому что вопросы будут по несоответствию контента. У меня много что отснято. Контент, как бы, но еще не обработан, видео не сделано, но очень много чего отснято, мероприятий, где мы были, то все. И я, если начну выкладывать в хронологическом порядке, как сказать, жизни, где мы были и когда мы потом поедем на дачу, тогда мы с вами на даче неизвестно, когда уедем. А, просто чтобы вы знали, как-то в реальности, как бы, да, что происходит, иначе будет очень сильное запаздывание. Оказывается, уже это, вы еще только там. Ну, чтобы вот не было этой путаницы, потому что для некоторых это очень важно. Для зрителей, вот, чтобы вот эта хронология соблюдалась. Поэтому я сразу скажу, что мы уедем на дачу, и очень много вот этого, ну как, ну много, да, есть прилично, контента я буду выпускать там. Я буду там монтировать то, чего не показала вам, и буду там выкладывать. То есть будет дачная жизнь перемножаться событиями, на которых мы были в Таллине, но я не успела просто все выложить физически. Сколько дней нету, сколько мы везде ходили. А так по 2-3 в день, и они очень громоздкие, разные, но это просто физически невозможно. Вот. Команды у меня нету, чтобы кто-то обрабатывал все эти видео. Поэтому вот так, живя на даче, я буду вам показывать какие-то там рецепты или мероприятия, где мы были в Таллине. Поняли меня, да? Вот. Тот, кто еще не услышал этот раз, я скажу еще раз. Другого. Чего спасать? А? Или ты как? А? Познакомился бы ты с Петей Петушком, а? Хочешь познакомиться? Или с курицей? А? Чего? Хочешь? Взять тебе надо нашествие домашних животных. Ничего-то ты не знаешь в жизни. В жизни ты ничего не знаешь, ничего ты не видел в жизни. Петуха не видел. Я же говорю, тут жаворонки. Обожаю это место. Там поля и там жаворонки. И мы приехали с вами снова в Ханза Планет. Я здесь беру вот ампельные цветочки. Удобрение для растений надо, наверное, еще одно взять. Мама хотела какое-то одно, я купила другое. Чтобы не было вопросов, почему не то, лучше я возьму всякого. И того, и другого. Ханза Плант. Во. Вот тут вот. Горшочки какие, а? С меня рост. О-хо-хо-хо-хо. Ну что? Что мы тут имеем?
Берем корзинку и едем задобыть. На, а то на меня гремит очень в камере. Здесь есть фонтанчики вот такие всякие. Вот такие. Обожаю этот магазин. Обожаю. Здесь можно так вот ходить и ходить. Здесь домашние растения, садовые растения, саженцы, горшочки, орхидеи, всякое такое. Всего-всего-всего. Так, ну а мы с вами конкретно идем за то, чтобы повесить на даче семена. Вот здесь всякие помидоры, рассада того-другого. Земля. Вот сейчас я мужу покажу навозу. Пусть он нам привезет на дачу навозу под все эти растения. Надо подкармливать. Осенью разложу. И будет нам с вами хорошо. Ишь, какие. 22 евро. Ампельные бегонии. Ампельные бегонии стоят 20 евро. Так, там лейки всякие, все для сада, сада-огорода. Так, а где же наши цветочки-то? Вот и здесь всякая рассада, смотрите. Боже, как умиротворяюще он журчит. Ой, вы знаете, пахнет здесь изумительно. Ну, в общем, мы будем выбирать сейчас ампельный. Потом я вам покажу, что мы выбрали, что купили. Мне нужно 4 ампельных, ну, в смысле, висячих цветка. И на улице у них там миллион всякой рассады, саженцев, туи, деревья, плодовые, неплодовые и так далее. Наш отдел, который нам нужен. Здесь все висячие. Сейчас будем выбирать. Вот те. Вот этот вот сразу, бегонию. Бегонию. Да, висячую. Ты высокий какой. Я думала, я высокая. Я выше. Так, дальше. 20 евро стоит такая ампельная бегония. Я вот так издалека уличные сниму, туда не пойду, там все эти вот саженцы. Ой, нет, пойду, там что-то цветет такое. Выбрали мы только 2 пока цветка. Еще 2 надо. Ой, боже. Боже, боже, белая. Сколько же она стоит-то такая дорогая, наверное, как ее увезти, здоровая такая. Как она в лесу, будет расти или не будет? Нету. В прошлый раз я смотрела, она то не 800 евро, что-то в этом духе было. Как-то она... Нет, пахнет, боже. Это вообще нереально. Нереально. А сколько стоит, я не вижу. Вась, сирень какая, это вообще немыслимо. Вот тут еще сирень, может, здесь цена есть? Где же цена-то? Не видишь, Вась, цены? И я не вижу. 239. Значит, и там была. 239, это евро, говорит, что это? Евро, значит, и здесь цена. Сейчас, сейчас. 99, 90, 100 евро. Это что? 100? 100 евро. 100 евро. Ну что? Если на микроавтобусе, я могу ее сам... Да, давай я вот с мамой посоветуюсь, что она скажет. И тогда, если я надумаем, если мы надумаем, ты мне ее за сутку привезешь. Ой, боже. Ну, в общем, здесь все такое, вы поняли, да? Здесь нереально, нереально просто. Так, поехали, возьмем на стело. Ну да, там маленькая была. А это рододендроны. У нас, кстати, на даче
Вроде рододендроны тоже могут расти, потому что почва кислая. Я, правда, в этом ничего не понимаю, но неважно. Так, это мы купили, выбрали. Этот стоит 40 евро, этот стоит 20 евро. Нам еще 2 цветка надо. Взяли этот бордовый. У него, конечно, задатки тут есть, но еще нашли лучше. Смотрите, какой этот вообще. Вот сидим и думаем, какой. Наверное, все-таки этот он ярче. И цветов как-то больше. А у этого только такой. Темноват. Ну, он будет, да, но он темноват. Да. А это смотри какой. Не знаю, не могу решиться. Еще есть белый с красным. Тоже роскошный. Стою, сравниваю. Не знаю. Все красивые. Ну вот какой-то из этих трех. Не знаю, не решиться. Выбрали все. Не знаю, все-таки беру ярко-красный с белым. Посоветоваться не с кем, в смысле, что мы-то с мужем тут думаем. А вот мама в салоне, в смысле, пошла красоту наводить. И не, вне зоны доступа она. Ой. Сейчас она придет, я ей фоток наслала. Скажет, что другое. Я расстроюсь. Ну, в общем, как каждый год. А теперь мы идем на более прозаичные темы. Смотрите, мы пойдем выбирать навоз. Кто что, а мы навоз. Тут всякие прибамбасы для сада, огорода. А здесь и гриль всякие есть. Ой, даже мебель есть. О, такого я не видела. Даже мебель есть. Мебеля. Ну, уличное такое. 339 евро такой вот столик. Гриль. Так, а где же наши это? Ищем. Подставки, подпорки. Всякое такое. Теперь там мебель. Раньше там не было такого. Так, значит, смотри. Фотографируй, привезешь. Бери фотоаппарат. Вот это вот эстонская мульт, эстонская земля с компостом. Вот это хорошая штука. Возьми таких парочку. Да, вот таких парочку. Что здесь? Конский навоз. Чудно. Так, и землю. И навоз, землю. Микроавтобусе пусть привезет. Садовый чернозем вот можно. Тоже парочку. Тех два. Да. Тех два. Конского навоза два. Чтобы в машине в своей не везти это. Вот эту вот чернозем два. А еще тут продаются камни. Ага. Время да. Собирать камни, Вася. Сказал хирург, разрезая брюшную плоть. Полость. Берешь мешочек камешков 159 рублей. А это да. Тебе не кажется, что евро, простите. А это гранит? Ну, наверное. Необработанный. Да. Необработанный алмаз. А вот это вот хорошо кидаться. В смысле кидаться? Вася, я прям не знаю. Бутылка. И очень много разных для садовых, для помидоров, для вот всего, вот всяких здесь куски торфа, удобрения, не удобрения эти, посадочная земля, ну и так далее. Для хвойных, для таких, для всяких. Вот так вот. Все. А меня интересовал навоз. 40 литров конский. 40 литров. Да. Чего ж так мало-то, 40 всего литров. Ценная вещь. Ценная вещь. Мама предлагает остановить машину в поле и набрать. Угу. Что предлагает мама? А там уверен, что это там именно конский? Ну, ты смотри, где да, вот лошадки. Надо... Да. А вот еще хорошая вещь. Вот если ты вдруг приедешь, сфотографируй это. Это черная земля с конским навозом. Да, возьми еще такую мешочку, если будет. Там он чистый навоз, а здесь с землей. Вот этих парочку, если вдруг будет, то возьми. Все. Но самое вот это мне нравится. С
компостом. Воняет, поэтому в машине надо везти в этом, в микроавтобусе. А вот еще черная земля. Ну-ка, это компост, я уже вижу по составу. Ну, да. Тут просыпалось, это компост. Это вот штука хорошая, компост. Перегной. Компот. Василий, Василий. Так, что-то нам еще... Ну, ты знаешь, я бы не отказалась. Если ты не забудешь и привезешь, я буду рада. Здесь это для чего? Для рыбалки? Или для охоты? Охоты на леопардов. Да. Охота на леопардов. Такой надо одеваться в такой. Прикинешься так леопардом. Да. Он и поверит. Здесь корм кошачий. Вот и тут еще лампочки есть. А это искусственные все цветочки. А здесь вот лампочки. Стулья? Нет, у меня попа болит от такого уже сейчас. Нет, не хочу. Так, что же мы тут выберем-то? Что-нибудь такое. Что бы такого выбрать? Ну, у нас такие вот обычные дома там. Да ну, какие-то шарики белые не нравятся. Какой-то мат. Даже не знаю, что. Что бы хотелось бы. Какие-то цветные. Не знаю, какие-то странные. Ничего не нашла, какие-то не разноцветные. Даже не знаю, как это. Хлипкое какое-то все. Так, удобрение надо. Вот эта фирма, по-моему, вот такую мама хотела, только для цветущих. Сейчас будем искать. Здесь домашние всякие, это отдел орхидей. Что-то их так мало было, поле целое раньше. Здесь домашние уже все растения. Синполии по 4 евро. Кафе тут есть. А, вижу удобрение. Вижу, которое мама хотела именно. Не, а, не вижу. Нет, только для таких. Ой, ну вот, не нажимаю. Тега декор для дома. Красота всякая в общем. Свечки и покушать. А, вон, вижу удобрения. Еще удобрений целый ряд. Может, тут? А, смотрите, какое гостиница для насекомых. 155 евро, чтобы сохранять насекомых, как бы. А здесь что-то все смотрю. Все что-то смотрю. А здесь очень интересный отдел, мне понравился. Во-первых, всякие клубни, все такое. Я искала тут маленькие цветочки, не нашла семена. Но они как сорняк. А вот, есть реставрационные семена травы, там это всякое такое. А здесь интересно, здесь можно вырастить брокколи или еще что-нибудь. И семена вот эти вот проросшие, знаете, вот этой пшеницы здесь есть. И всякая приспособа для этого. Маленькие как будто бы теплички, лампы, горшочки. Все для того, чтобы вот это дома выращивать. Целые вот такие себе. Посадили себе брокколи и все. Или горох там, или я не знаю еще что. Чечевицу и так далее. Можно у себя дома на окне устроить вот такой, значит, сад-огород. Огород с лампами, с теплыми. Да, тепло, правда, что. Еще подарочек тут дают. Под каждый, если покупаете ампельный цветок. В прошлом году было так же, даются удобрительные палочки. Одобрительные. Вот, но мы... тут я еще клевера взяла. Но мы четвертый цветок не купили. Я хочу поехать в другой строительный и купить его там.
Жаворонок. Только что перед глазами был, потеряла. Хотела вам показать. Слышите, да? Только что перед глазами. И муж тоже говорит, не могу сфокусироваться. А я увидела. Он в небе над гнездом, вон он. Так, приехали мы в следующий строительный. Тут я, значит, хочу еще один цветок. Такой висячий. Висячий. А что-то я их не вижу, они какие-то бледненькие. Вот такой вот. Или еще разойдется какой-то он. А, вот он. Бледновато что-то. Как-то. А, вот этот хорошенький. Сколько он стоит, интересно? Взяли фуксию или как? Ну, короче, у нее, мы называем ее разбитым сердцем, это неправильно. Она похожа на балеринки такие, как будто балеринки. Короче, мы любим наблюдать, как она вот это вот... Стой! Как она цветет. Она похожа на балеринку, смотрите. Не знаю, короче, для нас это муртуцюта, разбитое сердце, это неправильно, знаю, знаю. А, вопрос дров. Вась, скажи, сколько стоит куб? Подожди. Зато здесь литра, а я вот это... По математике я вам говорил, у меня два. В кубе 1000 литров. О, все знает человек. И это, между прочим, не береза, это леп. То есть, кто то есть такой это... леп? Леп, это, подожди, это... Осина. Ольха. Ой, я уже не помню. Скорее всего, да. Ольха. Да. Скорее, а это... Вот береза, Вася, мне вот это посчитай. Ну что, она сейчас со скидкой. Вот береза. Сколько? Это может, нам выгоднее здесь два куба взять? Сколько? 30 литров, 6 евро. Сейчас компания, 6 евро. 30. 20 литров, что ли? 30 литров. Компания до 31 декабря. Почему у нас 100? 30 литров в этом пакетике. 30 литров. Я литр, знаете, понимаю, когда в вине, в шампанском, а когда в дровах литр, у меня сразу все. Что-то это... А, да, дрова, а это самое, береза. Береза и сухая, довольно, да, такая, сухая, хорошая береза. А, вот. Сколько же стоит куб, получается? 200 евро куб стоит. 200 евро куб? Да, это 200 евро. А мы будем брать за 100. Все понятно, я обиделась и ушла. Поехали. Капец! 200 евро куб! Ха-ха. Ужас! Так что... Давай, не бегать, ты давай, бегать, могу. Или сама отнеси вон туда. Да, его. Хорошо. Вон туда. Короче, у меня не посчиталось. Мне тяжело считать дрова в литрах. Вася смеется, говорит, что дрова в литрах тебе как-то не очень получилось. Да. Вот если бы это была какая-нибудь хванчкара в литрах, это я понимаю. А вот когда дрова в литрах, это не мое. Ой, не мое. А мы едем дальше. Собираемся на дачу. Поеду сейчас за этикетками, за продуктами. Поедем сейчас за... За продуктом. Где машина-то? Не вижу, господи. Где там наше растение? Ну-ка, покажи-ка, что у нас тут получилось. Ага. Распродажа. И мы в Лидл. Приехали в Лидл. Сейчас вам новости расскажу. Новости дурные, кстати, у нас. А в Лидл минус 50% на розовый пион, рассаду, корень. Беру сразу. Муж говорит, давай два. Я говорю, подожди, давай хоть один, чтобы прирос. Чудочка пришла. Боже, берем. Паштет. Вышли из Лидл. Я с пионом. Розовый пион. Иду и говорю, зачем я его взяла? Зачем?
ничего расти не будет, ничего цвестеть, как говорила Сандра в детстве. Но я с пионом. Розовый пион. Кто ж мне откроет дверцу? Смотрите, что здесь происходит. Ха-ха-хай, ужас! Да куда нам мы с пионом? Мир цветов. Что творится у нас сзади? Что тут творится вообще? Что это такое?